500 тысяч гектаров земель передано в собственность государства только в Тургайском районе Кустанайской области. До конца года будет изъято еще 300 тысяч гектаров. Такие данные озвучили на заседании региональной комиссии Жер-Аманаты. Члены партии Аманат провели выездное заседание в Жангельдинском районе, были выслушаны иски местных крестьян и рассмотрены пути решения проблем. По данным Департамента по управлению земельными ресурсами, в Тургайском регионе 500 тысяч гектаров земли переданы в собственность государства. До конца года планируется вернуть еще более 300 тысяч. 10% из них приходится на Жангельдинский район. У нас большое количество получателей земли, но использование этих площадей не ведется на должном уровне. Поэтому эти земли должны быть возвращены в государственную собственность. Члены региональной комиссии Жер-Аманаты провели заседание в Жангельдинском районе, где выслушали пожелания крестьян и жителей. Земельный вопрос стоит остро. В поселке Тургай более 2 миллионов гектаров пастбищ, а в Амангельде 1800 гектаров. Однако проблема с сенокосом остается нерешенной. Сейчас ведутся разговоры о том, что пастбища для скота должны быть на удалении. Эта работа, безусловно, проводится, но не на должном уровне. В Жангельдинском районе есть резерват Алтындала. Жители поселка Байтурсунулы и Аколь вынуждены косить сено за 50-60 километров от населенных пунктов, потому что их поселки граничат с заповедником. На выездном заседании подняли вопрос, чтобы сенокосные земли резервата отдать на нужды жителей. Берик Силбек, Анна Рахманова, Зангар Санай, Астана Таймс.